Привет, друзья! Начинаем новый эксперимент с бассейном. Новую химию в этом году будем применять. Критикуют нас с медным купоросом. Будем пробовать с перекисью водорода. Вот такого цвета имеет бассейн после недели. Как двух? Две недели? Нет, я имею в виду, неделю не добавлял химию. Да, неделю не добавляли. Вот сейчас Олег влил, фильтруем, потом покажу, какая вода станет. Сегодня 21 июня. За ночь наполнился у нас вот этот бассейн. А первая вода без химии постояла у нас вот 19 дней. И решили мы ее слить. Начала цвести вода. Вот вам, пожалуйста, без медного купороса. Сейчас будем пробовать другой вариант очистки по-новому. Вот такую канистру мы купили, 10-литровую, в которой 11,4 килограмма перекись. Свежая. 37%. А где тут написано 37%? Я не вижу. Окислитель 5,1. Говорят, надо медицинскую. Так, в общем, чтобы рассчитать на нашу кубатуру. 30-40%. Это вот и есть, да? Да. Короче, мы как решили? Нам надо оставить 3 литра на нашу кубатуру. У нас получилось 12 с чем? 12... Ой! 12,3 километра 12,3. 8,7 килограммов перекиси. Или 7,6 литра. Подожди, Олег. 37%. Подожди, Олег. Вот мы высоту линеечкой померили и высчитали, как нам... Сколько нам нужно оставить, чтобы не переливаться? Жидкость очень опасная, можно обжечься. Поэтому переливать ее туда-сюда не будем. А вот столько нам надо оставить в канистре на последующие обработки. Сейчас вот Олег одел фартук. Да, и очки. Одел фартук, сейчас перчатки оденет. Галстук забыл. И... Документы сдаю. Понравилось нам, как делают в это, в лейку наливают и разбрызгивают леечкой в бассейне. Сейчас мы покажем, как все это. А в какую? В большую. В большую, а какая разница? Ну давай. Вот такую канистру мы нашли на Тулака по 680 рублей. А, написано же вот, медицинская. Вот я балда. Да. Вот же написано, медицинская. Все по ГОСТу. Кто в доме балда? Ой. Я наливаю. Вот пыль. Олег сделал расчет, померил диаметр нашего бассейна, сколько воды. У нас получилось 12,3 куба. Исходя из этого, пересчитали, чтобы 700 грамм на куб. Вот надо 7,6. Поэтому 8,7 килограмм мы должны сейчас влить. Вот так тут надо аккуратненько. Жесткая крышка. Ну да, все запаяно так. Не осилил я ее пальцами. Одень перчатки, Олег. Да, теперь можно. В этом фарточке такой милый. Будете смеяться, когда я буду плавать. Ой. А кто в доме балда, мы уже знаем. Поэтому как меня не наряжай. А ты ничего не рассказал перед всем этим
И вот так вот в лейку сейчас нальем. Лейка это 5-литровая, так что это следующий залив аккуратненько. Ну, мы сейчас по частям буду дополнять водой, чтобы равномернее перемешать. Ты хочешь так? Ну да. И вот таким образом, чтобы максимально, ну что ты один угол, ну так, а мне наливать 3 раза? Да, 3 раза. Сейчас посмотрим, какая реакция. Ну, воду мы только залили, сейчас никакой такой особой реакции не будет. Как люди показывают, там прям кипение происходит. Ну, вот если вода грязная. Да. Ну, сейчас посмотрим, что будет происходить. Ну, в общем, стараться надо сейчас равномерно. Фильтр, конечно, будет у нас включен. Это мы делаем. Он работает, циркулирует. А, он работает. Всю ночь будет работать, да? Вообще не один день. Не один день? Аккуратно перекисью на растение не капни. Все-таки 37%. Сутки купаться нельзя. Фильтр. Маленечко налил. Почему там в самой канистре такое кипение происходит? Запечатанное? Ну, процесс идет, разложение. Так запечатанная была. Ну и что? Процесс идет. Да. Почему говорят 600-700? И 37, а здесь на этикетке 30-40. 30-40. Потому что в каком состоянии распада находится, ну, никто да. не знает. Ну вроде свежее. Все, да. Ой, у тебя слетело, Берочка. Ну, примерно все. Закрывай крышкой. Потому что мы из расчета 700, а даже если чуть-чуть не долил, 600, ну да. 700 это одно и то же. Там даже пишут 500-700 у ну, них на сайте. Мы постарались, чтобы бассейны окрестности были обеззаражены. Потому что плавать буду я в фартучке. А еще в продолжении видео, если я в этом не объединю все, покажем, какой новый насос Олег сделает. Тоже посмотрели видео, нам очень понравилось. Вот, не знаю, получится у нас или нет. Ну все. С водой ничего не происходит? Да ничего, она что, сейчас она перемешиваться будет. Сейчас я еще этой сеточкой побарботирую. Ну да, ничего, только никакого тут ни кипения. Влить в фильтр. Ну, влей. Обеззаразить фильтр, насос. Ну да. Трубу, да, трубу всю да, эту, да? Да? Трубу. Ну вот он там, где фильтр. Пока этот фильтр, пока не сделали новый. Ну, смысл поставить усовершенствованный. Больше производительностью насос. Насос, конечно, сейчас, который стоит, очень слабый. Ну все, пока этот этап завершен у нас. Будем снимать и показывать, что у нас получается.
каждую неделю. Вот это здесь залили воду. И вчера влил Олег перекись водорода. Вот такая сейчас кристально чистая вода. Купаться пока нельзя. Сутки, кстати, нельзя плавать в этой воде.